Еще одна медаль. Белорусская Мария Мамашук завоевала серебро олимпийского турнира по женской борьбе. В финальном поединке наша спортсменка уступила японке Рисака Каваи. Серебро Мамашук позволило Беларуси подняться на 36-ю позицию в общем медальном зачете. С наградой спортсменку поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что серебро – первое значительное олимпийское достижение белорусской женской борьбы. Сегодня на Олимпиаде определится еще 22 чемпиона. В финале по метанию молота выступят наши Иван Тихон и Сергей Коломоец. В полуфинале на старт выйдет белорусская байдарка-четверка. Начнется квалификация в гимнастике. Милитина Станюта и Екатерина Галкина выступят в многоборье. В Минске выдвинуто 8 кандидатов в члены Совета Республики. Такое решение принято сегодня на совместном заседании Президиума Минского городского совета депутатов и Мингорисполкома. Ранее со своими кандидатами в сенаторы определились все регионы Беларуси. ЦИК зарегистрирует всех претендентов до 24 августа, а итоги выборов будут окончательно подведены не позднее 30 сентября. Делегация Шри-Ланки в эти дни с визитом в Беларусь. Сегодня и завтра в Минске пройдет второе заседание Белорусско-Ланкийской межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. Основные темы – создание в Шри-Ланке совместных сборочных производств, совместные проекты ВПК, сотрудничество в сфере фармацевтики и медицинского образования, а также туризма. А 22 августа пройдет третий раунд консультаций внешнеполитических ведомств Беларуси и Шри-Ланки.